экзамены не за горами. Так что... Наверное, на сегодня все. Погодите, а выпускной обсудить? Вообще-то это событие раз в жизни бывает. Не рановато? Можно собрать отдельное собрание. Ну, давайте тогда с мужчинами. А то у нас тут прям 8 марта какое-то. Я имею в виду по составу. Но нашим мужчинам все по барабану, как известно. Им одно можно только доверить. Водку закупить. Насчет водки вы пошутили, наверное. Насчет водки, да. А вот шампанское – это святое. Виталий Борисович, отдыхайте. Мы сейчас без вас все обсудим. Вы меня знаете не первый год. Знаете, как я ответственно подхожу ко всем мероприятиям, которые провожу. Помните Новый год, как было хорошо? Я предлагаю отмечать выпускной там же, где мы встречали Новый год. По-моему, чудный ресторан. Предлагаю... Прошу прощения, а я предлагаю отметить... Если вы что-то предлагаете, тогда занимайтесь сами организацией. Мы уже все увидели. Хорошего фотографа. Да видео сделаем. Это же на всю жизнь, понимаете? И пусть лучше дети наши с нами выпьют шампанское, чем где-то там в Виталий Борисович, вы согласны? Извините. Вы согласны? С чем? Ну... В целом, да. Да. Другого места в школе не нашлось! Виталий Борисович! А ну-ка, зайдите ко мне на минуточку. Уже все сдали и отчеты, и планы. Скоро год заканчивается, вы опять затягиваете. Ну, это ладно, это не главное. Главное – опрашиваемость. Почему вы? Знаете что, Фарида Тимуровна, я дважды лучший учитель района, лучший учитель года района. Да? И трижды номинировался на лучшего учителя года Москвы. У меня самый высокий процент поступления в вуз, в школе. Я 20 лет преподаю. И вы не первый директор в моей биографии. И, надеюсь, не последний. Так что заткнись и перестань беспокоить меня по пустякам. Поняла, дура? Вы что, спите, что ли? Глаза болят. У меня 9 уроков, 2 смены и собрание. Ну, можно я пойду? Идите. Здравствуйте. Проходите без очереди. Да, без очереди. Куда бежать? Да, потише. Давай, он мне классным руководителем. И что? Запускай, что проходит. У вас там? Ну, проходит. Я забыл. Еще там надо.
Знаю чувство вины по дороге домой. Знаю время войны стало ближе. Знаю, надо мною ангел мой. Но только не вижу. Пакет нужен? Да. Да. Нет. Сын хотел. Простите. И оставленный день за последней чертой. И крылатая тень в спину дышит. Знаю, что за мною ангел мой. Но только не слышу. Собрание. Ну что же я могу сделать? Ну час-полтора. Не могу говорить, а... Ну, Нюшечка, давай. Давай, родной.
Ты кто? Воровка? Сумасшедший? Помоги. Отец где? На работе. У него собрание. Мам, вообще-то у меня день рождения сегодня. Вернется отец, сядем за стол. У вас тот же одеколон. Вкусы не меняются. Ты меня знаешь? А вы меня совсем не помните. Да, конечно, вы наш класс не вели. Вы заменяли только раза два-три, а разве всех припомнишь? Зачем портфель выхватила? Ну, объясни. Это что, шутка такая? У вас даже шутки идиотские. И за это надо железякой по ногам? Да вас пулеметом надо. Куда вы? Вам теперь уходить нельзя. Да неужели? Если вы уйдете, вас накажут. Это кто же? Хотя бы тот, кто меня в машине ждал, в черный, помните? А он меня любит. Он очень конкретный человек. За меня убьет на раз-два. Или вы не знаете, как сейчас легко убить человека, а? Виту можно? Ее нету. Открывай, заходим. Попробую поговорить с тобой по-человечески. Ты хватаешь портфель и бежишь. А у меня здесь, между прочим, тетради учеников. У меня здесь мои документы. Что я должен был сделать? Ну и где сестра? Она же с вами уехала. Там посмотри давай. Но? Я же сказала, она с вами уехала. Здравствуйте, Лилия Васильевна. А где же наш красавец? В 100 случаях из 100 вы сами нарываетесь, уж поверь моему опыту. И всех надо железкой по ногам. Пора ответить. Алло, ну и где ты? А ты в курсе, что мы на самолет опоздали? Прости, прости, я психанула. Значит, ты мне нужен. Тут кое-кого надо убить. Кого убить? Я про вас. Алло, ты где находишься? Ты можешь ответить, нет? Это 4-й микрорайон. Тут, значит, какая-то стройка. Есть хочется. У меня день рождения или нет? Подождем отца, он уже скоро. Ну идите, идите. Может завтра, может послезавтра. Может, в подъезде, может, на пустыре, я не знаю. Вам как больше нравится, пистолетом или ножом, а? Как? Там что, кто-то есть? А? Что тебе нужно? Объясни. Вот! Наконец-то конкретный разговор.
что мне нужно. Мне нужно, чтобы ты понял, ты попал. Ты реально и конкретно попал. Мне наплевать на твои угрозы. Идиотка! Ты безмозглое мстительное существо! Очнись, девочка! Ты не в куклы играешь! Куклы, блин! Шуточки тебе, да? Давай иди домой к жене, к сыну. Я все о тебе знаю, давай! Только тогда вместе будете отвечать. Ну что, решаешь верить мне или нет? Да вы на все способны. Даже без повода. Как это без повода? Одна девушка из тебя повесилась. Другую ты чуть калека не делала. Это без повода называется, да? Так, короче, сейчас ты у нас с подругой просишь прощения. Причем делаешь это так, встаешь на колени сейчас и говоришь: простите меня, девушки, за то, что одну довел до смерти, а другую чуть не убил железкой. Можешь проще, простите меня, урода. И все, и свободен. Ну не стесняйся, ну давай. Давай, никто не увидит, давай! А? Обидел кто? Ну, я не сейчас, вообще. Ты зачем меня связал? Сдать собираешься, да, как бандитку и хулиганку. Давай, давай, вперед. Только учти, через час меня выпустят, а через два твоя квартира утонет в крови. С тобой можно разговаривать нормально? Торгуемся, давай попробуем. Я хочу. Постой. Если я сделаю, ты отстанешь от меня? Ну, чтобы никто не трогал мою жену и сына. Клянусь, все забуду. Давай, хорошо. Хорошо, я сделаю. Поцелуй меня.
нет, не поцеловал. Гордый! И чувства добрые я лирой пробуждал. Знаешь, что я тебе скажу? Если это всерьез, если это коснется моих, я смогу. Я сумею, будь уверен. Вот и действуйте. Сейчас самое-самое время, а то сейчас меня... Сейчас, то есть, нас мои найдут. А они же рядом, вы видели, да? О, галстук, правильно. Крови не будет. А что вы сейчас смотрите на меня? Что вы смотрите? Давайте, подходите, убивайте. Да вы ж трус. Вы мелкий человек, вы ничего сделать не можете. Давайте, убейте меня. Куда все-то понес, Слав? У меня день рождения. Где же наш папа? Ну чё? Вон там. Фига, что такое, я не понял. Спасите! Помогите! Ну где же папа? Напали. Заснул? Вы все равно их выпустите. Они все равно за мной придут. Такое? Ты объяснишь, что происходит, а? Я сам пока ничего не понимаю. Это пить такой классик. Что? Так, иди к себе. Я у себя. Иду домой. Налетает эта особа, выхватывает у меня портфель и бежит. Ну, я за ней. Догнал, отобрал портфель. У меня в портфеле тетрадки учеников, у меня документы там. Ну, догнал ее при помощи подручных средств. Пап, ты чего-то не так рассказываешь. Ну давай, давай ей будем верить, а мне нет. Ну вообще-то она ничего не говорит. Она! Она знаешь, как говорит! Господи. В общем, она сказала, что ее друзья нас убьют. Угу. Чё, прям до смерти? Угу. Что, кто убьет? Кто убьет? Кого? Девушка просто перенервничала. А как вас зовут? Сколько вам лет? Вы чем занимаетесь? Так, ну, прекрати! А мы не, ну, мы же не сделаем вам ничего плохого. Сейчас вас развяжу. Ну ты что это, а? И вы нам объясните, да, что произошло?
Обычное дело. Я от него забеременела. Да, да. Он меня насильно на аборт тащить хотел. А там машина полицейская, он свернул домой, испугался. Сейчас вот, наверное, что-нибудь врать будет. Вот все время такой бред. А кто у меня будет? Братик или сестренка? Никого не будет, сказали же аборт. Так как бы то ни было, о самом поступке мы поговорим позже. Ребенка надо оставить. Потрясающе! Ну, потрясающе! Вы сразу, в одну секунду поверили неизвестно кому, что я могу как... Ну, потрясающе! Пап, ну а что такого? Не ты первый, не ты последний. Так, понятно. Глупый сын умного отца. Жена могла быть помоложе и покрасивее. Ладно, ладно, не парьтесь, не беременная. Шучу. И развяжите руки, никуда я не денусь. Слышь? Я? Угу. Ремонт, значит. Новая жизнь. Да. Двери вот вчера новые поставили. А праздник в честь чего? День рождения у меня. 18 лет. Поздравляю. Подарок. Держи, давай, давай. Рассказываю. Ваш муж меня убить собрался, но не успел. Привел его домой, наверное, здесь будет убивать. Но зачем же ему вас убивать? Потому что через полчаса, если вы меня отпустите, здесь будет море крови. Пусть сама вытирает. Я? С маникюром за $200? Знаете что? Что? Знаете, отдавайте за стол сядем. Сын день рождения. И вообще, хочется есть. Хочется. Виталь, давай. Салфетку постели. Приятно посмотреть. Дружная семья. Дружно ужинает. Сына. Дай сырочку. Открывай шампанское. Во. Сырпуйте. Пора уже въехать в ситуацию. Убьют вас всех.
за меня. По частям разрежут и вынесут. Вы это понимаете или нет? Похоже, все на самом деле серьезно. Может, в полицию позвонить? Угу. А они скажут, что дежурить возле нас не будут? Скажут, вот убьют вас, и тогда звоните. Как удачно упало, вполне можно есть. Очень вкусно. Буш? А ты? Ну, давайте уберем, а то что мы как свинарники-то? Ну, что это, блин? В смысле, напряженные. Мам. Сын, открой. Рождения. Как тебя? Вячеслав. Слава. А меня зовут Вита. В честь нашего Виталия Борисовича. Раньше звали Светланой, и сейчас некоторые зовут. Ну, я переименовалась. Вита. Красиво, правда? А вас? Татьяна Ильинична. За вашего сына, Татьяна Ильинична. А вы учитесь? Где-то работаете? Сочетаю работу на металлургическом комбинате с учебой в консерватории по классу вокала. Жанр русской рок. Песни «Большие города». «Пустые поезда». Ганит нам сон начинать сначала. Холодная война. И время как вода. Он не сошел с ума. Ты ничего не знала. Полковнику никто не пишет. Полковника никто не ждет. Вот так вот он меня чуть не убил. Но я живучая. Ну? Спросите меня еще что-нибудь. Ну, уговор. За это вы про себя тоже расскажете. Итак, где у нас камера? Молодец! Так. Ну, я жду. Я работаю в научно-исследовательском институте технического стекла. Вы знаете, это очень казалось... А в чем дело?
девушка не интересуется. Почему бы не рассказать? Я люблю классическую литературу. Особенно Диккенса. У него такой добрый, уютный мир. Конечно, очень много зла. Но все хорошо кончается. Потому что человек, он... Вы крутая! Ваша очередь. Без комментариев. Я в прошлом году закончил школу. Никуда не поступил. Все. Ты часто думаешь, что если бы умерли твои мама и папа, тебе бы досталась эта квартира? Да. Славик, перестань шутить. А он не шутит. Он правду говорит, это вы и врете. Я смотрю, все успокоились, да? Хорошо, хорошо, сюрприз. Код города. 666 666 666. Слушаю. Барабашек! Меня тут чуть не убили! Связали, приволокли, добить хотят! Не трогай меня! Спаси! Алло, кто они? Убери руки, урод! Убивают! Да я вас на куски порву! Поехали. Чё тебе? Телефон. А может, она шутит, как обычно? Послушайте, девушка. Вы можете нормально объяснить, что вам нужно? Да не может она нормально, потому что она ненормальная! Я устала. Я так больше не хочу. Я поживу у вас годик. Стану совсем другой. Дайте мне шанс стать человеком. Удочерите меня. Я завидую вашему сыну. Я еще когда в школе училась, и когда моя подруга с вами... Но я еще тогда думала, почему я не ваша дочь? Что ты? Что значит подруга?
Да. Что значит с вами? Что с вами? Ну, мою подругу... Ну, сами понимаете. И она повесилась. Так тебе все и поверили. Были тут уже. Отойди. Ну? Ну, значит, где-то рядом. Так. Ты даже не отрицаешь. Считаю... Ниже своего достоинства оправдываться. Ниже достоинства, надо же. Ты все время молчишь, ты всех презираешь. Я никогда не знаю, о чем ты думаешь. А ты интересовалась? Забыли? Ты. Так. Сейчас не вечер, а утро. Я еще не проснулась. Позовите меня, чтобы я проснулась. Прошу, позовите меня. Минутки через три, ладно? Давно пора вставать. А я все никак не встаю. Позовите меня. Я выйду совсем другой. И я буду ваша дочь. Она сумасшедшая. С ней лучше не спорить. Хорошо, не сумасшедшая. Но в любом случае она не шутит. Мама! Да. Света! Вита! Вита! Доченька! Пора вставать!
Вставай, моя родная. Уже пора. Как я спала. Никогда в жизни так не спала. Доброе утро, сестренка. Доброе утро, братик. Здравствуй, мама! Как твоя бессонница? Какая бессонница? Я вроде как не... А, да. Бессонница. Ой, да замучила совсем меня эта бессонница. Ну, ты не волнуйся, родная. Ну, как я могу не волноваться? Ты же моя мать. Хотя тебе, наверное, все равно. У тебя только одна мысль. Бросить моего Павку, найти мужика побогаче и не работать. Так ведь? Скажи честно. Да. Только и думаю, как мне надоел умный, но бедный муж. Найду себе богатого и брошу работать. А что сейчас кривляешься? Ты как с дочерью разговариваешь? Раз дочь, то от ней можно прикалываться, да? Да. Перестаньте хамить! Оба! Виталь, мама. Виталь, прошу тебя. Прошу. Виталь, ты что, ключи, что ли, забыл? Да я, в общем, забыл. Да барабан! А Виталий Борисович дома? Нет, он в школе на собрании. На родительском собрании. В школе. А вы кто? Ну, спроси еще что-нибудь. Подружка называешься. Больше ничего не вспомнишь? Я видела, что она шла за ним около стройки. Я же не говорила, что домой. Так, а где школа? Там. Ну-ка, Зар. Поехали. Не устал? То я могу подержать. Спасибо, папка. Так редко меня обнимаешь. Поедемте в лес. Да, точно. В лес поедем. Ты что, это как будто с угрозой сказала? Нет. Цветы будем собирать. А. А папка сплетет мне венок, как тогда. Интересно, сплетет или нет? Сплетет он тебе венок? Как тогда? Решено. Едем в лес. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Вот говорят, что где-то есть злые люди. Может быть. Но пока есть такие люди, как мы, не все потеряно. Зачем думать о злобе других? Лучше думать о себе. Папка. А теперь сядь на пенек и спой, как ты умеешь.
лесу родилась елочка. В лесу на... И вот она пушистая. На праздник к нам пришла и много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. Семья. Папа ушел, да? Мама кем работает? Мам, ты что, бредишь? Забыла, кем ты работаешь? Я вот читала статьи по семейной психологии, детские травмы. Это вообще страшная вещь. Дети потом начинают искать компенсацию, часто не там, где надо. Первый встреченный сильный мужчина кажется им отцом, а он иногда просто негодяй, порой даже преступник. Мам, ну что ты дурачишься? Так все, дождь кончился. И вообще, вы не родители, а отстой. Лишаю вас родительских прав. Я снова для вас посторонняя девушка. Но такая же замечательная и одинокая. И мне срочно надо замуж. Славик, иди сюда. Жениться хочешь? Отлично, значит так, ему костюм, мне подвенечное платье, а то я чувствую, меня скоро грохнут. Ну, такое вот предчувствие. И что же, я не успею побыть невестой? М? Вот на этом закончим. Вот честное слово. Вы куда? В школе никого нет. Пошли. Дяденьки, пустите меня, пожалуйста, но я же ничего не сделала. Она? Вам кого? Федорова, Виталий Борисович. Он давно ушел. И не возвращался? В школе никого нет, кроме меня. А в чем дело? Он кто? В каком смысле? По жизни. Виталий Борисович один из лучших учителей нашей школы. Ага. А в чем, собственно, дело? Здесь и телефон есть, вот он. Федоров Виталий Борисович. Виталь, ты точно мое свадебное платье не выкидывал? Шесть. Аноним. Он все равно найдет. У вас один шанс, это я. О чем думаете? А знаете, как все было? Мы ведь подруга на монетке решали.
обе влюбились, хотели вам признаться, но не вместе же. Ну вот и кидали монетку, кто первая пойдет. Она выиграла. Ну, а потом мне рассказывала, как вы ей обратно, ты подрасти, а пока будем дружить. Я так не говорил. Надо было ее сразу честно нафиг послать, а вы не послали, надежду дали. Даже домой к ней пришли. А там струсили и сказали, что лучше вам больше никогда не общаться и... Это она тебе после смерти рассказала? Смешно вам? А между прочим, если бы монетка мне выпала, это была бы я. Бред какой-то. Это реально бред. А, зря вы мне попались. Опять любить захотела, все вспомнила, нет, замуж. Поцелуйте меня на прощание. Чего же вы такой пугливый-то? Ты меня плохо знаешь. Ой. Нашла! Виталь, ты что, в квартире куришь? Он на месте. Здесь, подожди меня. Здорово. А что там положено говорить в таких случаях? Я не помню. Кричать горько. Ага. Благословлять. Ага. Благословите нас на брачную ночь. Начнем с брачной ночи, а там, глядишь, и до свадьбы доживем. Обойдемся без благословения. Что-то даже музыки нет. Южно-Сахалинский, небольшая луна, без осадков. Днем воздух прогреется до 18 градусов тепла, ночью минус 15. Петропавловск-Камчатка облачно, небольшие осадки. Днем плюс 16, ночью до минус 10. Ну что, идем? Судьба моя. В Омске температура днем поднимется. Мама. Магнитогорский дневной воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ночью холод наступного столба прохладит минус 20. Ты домой. Дневной воздух. Плюс 2. Ночью до минус 10. Ничего. Надо все заканчивать. Как? Вышвырнуть ее. Минеральных вод, ну, да, в лесу, в лесу. Температура воды, минуту,
пересохло. Сейчас я. Дело срочной важности. Хорошо, жду. Ну что? Сейчас программа загрузится. Она сказала, что все равно нас убьет. Но я... Короче, давайте решать, куда труп денем. Ты что сделал, мудила? Все правильно сделал. Устал я очень. Ой, Сонечка, кушать будешь? А? Ты же сказал с точностью до метра. Подъедешь ближе, будет до метра. О, цель найдена. Я ее убила! А это потому, что все она! Я ее вчера убил. Мне 18 еще не было. Хватит истерики! Сделано, значит, сделано! Мы вынуждены ее куда-то деть! Это единственный выход из положения! Да, да. Нюшечка, ау, не надо бояться. Надо действовать. Ага. Ковер где? Где ковер? Где ковер? Где ковер? Да не этот ковер, этот ковер мне шатап азербайджанец подарил, я детей его учил. Силиконом души пересадка чувств.
Печку включить? Не надо. В тепле труп разлагаться начнет. Но это уже воняет. Ножи забыли. Самое умное – это расчленить и к мясокомбинату, на свалку. Там скотомогильник такой, куча трупов. Коровы дохлые, свиньи. Никто сроду не догадается. Да, мам? Это он от страха. Шок. Ой. Можем ехать. Понял. Надо ее сжечь. Ты что, с ума сошел? Сжечь человека? Это не человек. Это труп. Нет, ну... Вы что, так и хотите в ковре? А чего? А? Чего? Это же улика. Что? Ковер. Улика. А? И что? Виталь, чего? Опускай. Чего? Виталь, чего? А? Надо. Чего? Надо. Там не обсикался. Она замерзнет. А вот пусть этот вернется и согреет. Она выживет. Будет только хуже. Все-таки лучше с ней договориться.
Да вы извините меня, глупо получилось. Помолчи. Простите меня. Я просто... Все из-за того, что я вас очень любила. Может, и до сих пор. Не волнуйтесь, вас не тронут. Спасибо большое за любовь и за подаренную жизнь. Да черт бы вас всех побрал! Друзья спрашивают, ты 20 лет в школе, зачем? А я стесняюсь им сказать, что я люблю свое дело. Ну, люблю я, люблю. Я люблю свой предмет, я люблю русский язык, я люблю литературу. Особенно. Я люблю, когда я вижу мысль в глазах учеников, ну, хотя бы раз в году. Я на вас жизнь положил, а вы? Я все злюсь, думаю, дураки, идиоты, дебилы. Да дурак-то я дурак, потому что надо было бросить все на школу эту, где я только как козел отпущения. Да и семью надо было бросить! Жена всю жизнь считает меня лузером. И не любит уже давно. Я давно ее не люблю. Ну вот это честно, честно. Сын меня не уважает, я не уважаю его. Ну какой смысл? Какой? Что ты солишь? Соли нет! У нас в доме есть соль вообще! Давай. Чё? Все. Надоело, хватит. У меня одноклассник в Сургуте нефть качает. Наймусь к нему. Кем-нибудь.
Мам. Он вернется. Господи. Когда ж ты уйдешь, наконец? На место. Почему? Алкоголь ночью не продаем. Ну, мне нужно. Мужчина, ночью алкоголь не продаем. Ну, поверьте, мне очень нужно. Касса у нас не пробивает ночью алкоголь. Милый барышня, я вас умоляю. Я вам говорю, не продаем алкоголь ночью. Давайте я все-таки... Коля! Николай! Охранник? Ты же на курсе был, ты Евгения Онегина наизусть. И охранник? Я и сейчас сочиняю понемногу. Это так, чтобы никто не мешал. Если книга выйдет, хочешь, я тебе ее посвящу? Хочешь? Ты же тогда мне на третьем курсе сказал, что у меня стиль, как у Платона. Коля. Хочу. Посвети. Держись.
Жаль, что я тебя тогда не пришиб. Ничего, ничего. Я все понимаю. Мне Лизка когда сказала, что вас любила, я вообще не поняла. Я думала, кто такой? Хоть какой-то вообще другой. А где ты его в классе не видела? В классе посмотрела, как он уроки ведет. Я посмотрела, провалась. Тогда помните? И вот это вообще меня не заметили, по-моему. Вообще, помните? Нет. Заметила. И что? Что просто, раз интересно, сиди, не выгонять же. Вот тогда про блок рассказывать, и стихи начали читать. Русь моя жена, да, поняли нам князя долгий путь. И тогда я подумала, что вы сказали, что когда поэт говорит, что путь ясен, он вообще не ясен. Все хотят ясности, а он просто ее не был. Я тогда, я поняла, что я тоже все знаю, мне тоже все ясно. И вообще, отстаньте, я поняла, что жизнь это одно стихи, другое тут наоборот, я все понимаю, отстаньте. Я ничего не понимаю, ничего не ясно. Я не знаю, я только очень сильно поняла, что я его сразу полюбила. Очень влюбилась сразу. Вас. Влюбилась. Очень сильно. Он сказал, приехали. Но с возвращением, Белка и Стрелка. А что у нас тут такое происходит? Тот кого-то захватил? Я все интересно придумала, да? Иди домой, дядя, идите домой. Кость, дай ему 300, а то его жена, в общем, она его из дома выгнала. Эй, мужик, давай, домой иди, трезвей там. Нехорошо так с учителями разговаривать. Кто учитель? Я смотрю, он в галстуке. Точно учитель. Ну, мне про твой наряд тоже интересно. В смысле? Кровь откуда? Так это кетчуп. Мы с девчонками прикалывались, типа, сумерки. Не настоящее, значит. Ну, да. А я тебе что сказал? Чё? С кем увижу, убью. Тебя потом, а его сразу. Так он же случайно. Да нет, какая разница, случайно, не случайно. Извините, а где Митрон? Вот там, да? Ой, какая собака, отлично. Мне даже убивать его не хочется. Лицо доброе. Костя, ну не будь с котом. Ну да, я его знаю, ну да. Мы же встретились случайно, ну он учитель. Ну ты что? Что? А ты, Костик, значит, тот самый аноним, ну, который 6666. Ты школу-то закончил? Или ты от природы такой красивый? Вы чего? Вам сейчас заплатят? И идите домой. Вас там жена ждет. Барабаш, не слушай его.
Он, наверное, напился, он просто не соображает ничего. Давай, давай, давай. Давай, 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 домой. Дома ждет жена. Дети, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Любимая, давай, давай. Не делай мне больно. Иди отсюда, быстро, быстро, домой. Ты так за него боишься? Ладно. Живи, мужик. Сейчас тебе дадут 300. И ты беги домой. А мне и здесь хорошо. И вообще, с какой стати? Что значит 300? Мы любим друг друга и уже давно. А, вот такие дела, барабаш. Вот такие пироги, дружок. А ты третий лишний. Свободен. Вот он, все, не люблю я его. Нужен он мне. Старый козел. Ушел отсюда. Бьет, значит, любит. У нее всегда так. Любит, говоришь? Виталий Борисович, домой! Быстрее домой, уходите! Быстрее! Виталий, уходи домой, пожалуйста. Мы потом увидимся. Пожалуйста, домой. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут дети гуляют, они обнимашки устроили. Нехорошо. Считай, до трех. Хотя нет, до 10. Не, до 3. Раз. Ненавижу! Домой уходи! И я приглашаю тебя к звездам, любимая! 2, 3. Ничего себе шуточки. Шуточки. Хочешь остаться, останешься. Анекдот вспомнил. Значит, забыл. Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинаю счет. 5, 4, 3, 2. Играет желтый листвой. Застыл корабль на рейде, и самолет над Москвой стал весь мир кругом. Thank you.
ты даришь мне счастье с оттенком отчаяния. 3 сантиметра над землей, пока ты рядом, ты со мной. Испорченный святой еще способен удивлять.